Привет. Мы сразу откроем страницу Random и определим победителя в акции от команды экспертов и аналитиков Freedom Finance. В этой акции приняло участие 751 человек. Они разместились на 10 страницах. Это мы вводим на независимый сайт генерации через random.org. Получаем результат 8. Открываем 8-ю страницу. Видим здесь участников от номера 561 до участника под номером 640. Получаем результат 603. Находим этого участника и проверяем критерии акции. Друзей больше чем 50. Фотографий должно быть не менее 3. Фотографии присутствуют. Смотрим. Смотрим, есть ли запись на стене. Запись присутствует. Смотрим, вступил ли Аня в группу спонсора. Да, Аня вступила в эту группу, поэтому она является победителем этой акции. Я ее поздравляю. Прошу обратиться к Виктору Бабицкому, администратору сайта Пейзариум. Он объяснит, как получить приз. Удачи всем. Спасибо. Пока.